как укрепить свои зубы, десна и избавиться от различных заболеваний, пародонтоза и так далее, и так далее. Как это сделать? Есть несколько способов народных. Я вам сейчас расскажу об одном из них. Возьмите лимон, срежьте с него корку и с внутренней стороны корки полностью счешите саму мякоть лимона, чтобы чисто была белая корка, без мякоти лимона. Можете даже 1 мм снять и самой белой корки. Она должна быть чисто-чисто белая, без мякоти лимона. Можете разрезать ее на несколько маленьких квадратиков и этим одним квадратиком просто натрите со всех сторон зубы, как будто вы их чистите пальцем. Натрите зубы снутри, снаружи, сбоку, снизу и так далее, где достанете. Натрите этими квадратиками. Можете их менять. Один квадратик верхний, снаружи и так далее. Второй, третий, четвертый квадратик. Примерно 4 квадратика вам хватит. Всего это одна сторона лимона. После этого пусть ваши зубы останутся в таком состоянии как минимум на полчаса. Если потом вы дискомфорта не будете ощущать, то полоскать ничего не нужно и дальше делать. Если будете ощущать какой-то дискомфорт, можете прополоскать рот просто раствором соды. В стакан возьмите пол чайной ложки соды и через полчаса прополощите свой рот. Сода дополнительно даст силы вашим зубам.